Так, друзья, показываю вам гостиницу Медер. 5 звезд Кемери, находится на второй линии. Значит, смотрите, гостиница, в принципе, среднего уровня. Сейчас вам все покажу, все детали по этой гостинице в этом видео. Итак, вот у нас лобби гостиницы Медер, 5 звезд. Высокий ресепшн гостиницы Медер. В целом все ухожено, чистенько все. Есть вот такой вот лифт в гостинице Медер. Для того, чтобы вам, конечно же, было комфортно подниматься в ваши номера. В холле работает, естественно, кондиционер, то есть приятно здесь находиться. Как только выходишь из гостиницы на территорию, вообще там неважно, гостиницы либо территорию города Кемер, сразу чувствуется уже жара, несмотря на то, что сегодня у нас 13 мая 2019 года, температура в Кемере в самом, ну, реально ощущается вот эта вот вся жара. То есть учитывайте этот момент, когда вы выбираете гостиницу в самом городе Кемер. Друзья, номер гостиницы Медер, категория стандарт. Такие вот интересные, какой-то шкафчик с полочками, такими вот неглубокими. Я не знаю, что тут можно ложить, но он есть. Так, и полноценный нормальный шкаф. Сейф есть, сейф бесплатный, но депозит $10 за ключ. Дальше у нас здесь, естественно, кровать. French bed. Есть софа, но софа не используется для спального места. То есть сюда ставится доп. Кровать. Телевизор, естественно, есть. Мини-бар. Мини-бар пополняется двумя водичками. Так, выходим на балкон. Здесь полноценный балкон, друзья. Кроме того, есть номера с неполноценными балконами, то есть французский балкон. Друзья, вот чуть-чуть дальше вот эти номера, видите, как бы совсем балкона, можно сказать, нет. Есть дверь на балкон, но балкона самого нет. И показываю санузел гостиницы Медер. Санузел небольшой, но и не самый маленький из тех, что всех я видел. В принципе, есть косметика, все необходимое для того, чтобы принять душ, помыться, фен есть. Так, здесь у нас ванная. Ванная у нас без душевой кабинки. Есть вот такая вот шторка. Друзья, показываю вам территорию гостиницы Медер, 5 звезд, Кемери. Собственно говоря, вот это вот то, что есть бассейн. И есть вся территория данной гостиницы. Значит, смотрите, в принципе, большинство номеров, которые выходят на бассейн, вот так это все выглядит. Кроме того, имеют очень красивый вид на вот эту вот гору. В бассейне есть, значит, маленький такой вот отделенный участок для деток, там, где будет гораздо, ну, то есть там будет мелкое все в этом бассейне, то есть детки ваши смогут поплавать. Есть, получается, бассейн для взрослых, но территории, можно сказать, у гостиницы нету. В принципе, опять, для того, чтобы отдохнуть в Кемере, нужно это понимать, что почти все гостиницы обладают очень-очень маленькими компактными территориями. Вся остальная информация, друзья, в принципе, у вас будет в этом видео. Нам сотрудник GastroLation гостиницы рассказал, где находится пляж. Информацию по номерному фонду, по питанию, по Wi-Fi. Так что, друзья, смотрите это видео. Напишите, кстати, в комментариях, кто отдыхал в этой гостинице, как здесь с питанием. Потому что, собственно говоря, по питанию, конечно же, мы не можем вам показать информацию полноценную.
Естественно, здесь его всего достаточно, но какое разнообразие блюд, какое качество алкоголя. Друзья, напишите в комментариях под этим видео. Я думаю, всем будет полезно, чтобы все понимали ситуацию с этой гостиницей Медер 5 звезд в Кемере. Отель у нас 5 звезд. Также у нас, получается, находится, есть 280 номеров. Из них, получается, у нас делятся как на эконом-класс, на стандарт-класс. Есть с видом на бассейн, с видом на горы, то есть это все делится. Также у нас, получается, есть снэк-бар, который находится возле бара. У нас есть, она идет как не снэк-бар, идет как закусочная, кондитерская. Также, что еще у нас? Фитнес, спа-центр. Спа-центр там, получается, вход бесплатный. Единственное, там человек, если получает какие-либо услуги, то за это уже идет отдельная дополнительная плата. А номера, получается, у нас 35 метров квадратов. В минимаре предоставляют только воду. А также у нас, получается, в отеле имеется аликарт ресторан. С человека всего лишь $5. Там основное блюдо – это рыбное блюдо, морепродукты, креветки, салат, десерт и так далее. А в отеле неделю, 3 дня – это во вторник, четверг и субботу – проводят именно дискотеку. То есть аниматоры проводят сами дискотеку у нас в отеле. Нет, не на открытой площадке, у нас есть специальное помещение. А да. Есть какая-то музыка анимация. Или что-то? Или... Нет, анимация вообще у нас каждый день. Анимация каждый день. В пятницу у нас получается турецкая ночь. Единственная просто дискотека у нас в неделю 3 дня. Wi-Fi как у вас? Wi-Fi у нас, получается, функционирует только в лобби, в ресторане и на бассейне. А Wi-Fi подключается без пароля. В номерах, к сожалению, Wi-Fi не функционирует. Угу. Даже за плату? Да, даже за плату. Максимальное размещение в стандарте, скажите. 2+2. Как же там калуебер стандарт? 2+2. Или 3+1, или 2+2. Какие спальные места, если 3+1, что ставится, какие кровати? Вот смотрите, допустим, 3 взрослых плюс 1 ребенок, там предоставляется специальная детская кроватка. Ну это до 2 лет, инфант, да? То есть baby год. Да. То есть 3 взрослым полноценно, это, к примеру, френч и доп-кровать, или софа, или раскладушка, что у вас? Экстра кровать. Экстра полноценно, да. И baby год. Да. А если 2+2, то один ребенок все равно спит с родителями. 2+2, да, там получается, кто-то желает, допустим, у нас 2 кровати. Кто-то, допустим, с родителями не спит. То есть мы в любом случае предоставляем. Мы не можем людей заставить и сказать им о том, что нет, у вас один ребенок будет спать с вами, мы вам предоставим только одну детскую кровать. Такого у нас. Детская кроватка, вы имеете в виду, не полноценная дополнительная кровать, а как манеж baby pool, правильно? Да. 5 лет уже. Но если 5 лет, то можно экстра кровать предоставить. Насчет этого все. Да, по 5 лет. Экстра, я так все, экими джо верьер, мы сон зверь верьер, мы сон зверь. Он все равно верьер. Да. Если вы желаете, мы можем сейчас как раз, да, если у вас больше вопросов нет, мы можем пройти и посмотреть. Пляжем. Пляж получается у нас 450-500 метров, находится пешочком минут 10. Вообще у нас предоставляется трансфер. Трансфер ездит в час один раз. С 8 утра до 5 вечера, я извиняюсь, полчаса раз. Туда и обратно. Каждые полчаса. Да. Orada sadece su, meyve suyu, çay, Nescafe var. Там, получается, на пляже предоставляют, есть мини-бар, там предоставляют чай, кофе, напитки. Алкогольные напитки в баре не предоставляют на пляже. Зонтики, шезлонги и полотенца бесплатно? Да, конечно. А территориально какие отели там на первой линии, чтобы мы понимали, где территориально? Да. Там, получается, не отели, у нас именно от Медера есть Робертс Кафе. Робертс Кафе – это, получается, медеровский пляж, там медеровские шезлонги,
кафе Мейдеровское и 15% скидка на самое блюдо. То есть он на самом пляже находится? Он на самом пляже, угу. Да. То есть находится. Ориентир Робертс какой? Да. Но это за Мариной туда ближе? Нет, нет, нет. Это не доходя до Марины. Получается, первый поворот направо, проходите через Moonlight Park, там будет уже Робертс кафе. Еще раз подскажите, пожалуйста, софт-дринкс на баре на пляже есть, а перекусы какие-то? Да, также там есть, чтобы перекусить, там именно предоставляют сэндвичи, бутерброды в дневное время, если кто не желает приходить сюда на обед. А какое время там работает перекус? Так, перекус там работает с 12 до 4. Чайный набор номер есть? Нет, чайный набор номер нету. Шей, чай фалан, еще мне кучу нода дает, так и шпиок. Есть вопросы? Нету. Нет. Если у вас вопросов нету, да, пойдемте номер посмотрим. Сейф бесплатный? Сейф, да, у нас предоставляется бесплатно. Единственное, вас необходимо будет оставить депозит в размере $10, а потом уже как бы при выезде мы возвращаем эти деньги. А депозит за что?